Дорогі друзі, на чемпіонаті світу серед ветеранів, що триває зараз в Тбілісі, друге місце завоював тренер з Одеси Віктор Сінявський. І Віктор відразу сьогодні прилетів із Борисполя, примчався до Кременчуга, де боролися діти, для того, щоб підтримати свого вихованця Михайла Ісакова, який боровся за бронзу і, на жаль, поступився. Віктор, вітаю тебе з успішним виступом на чемпіонаті світу серед ветеранів. Як взагалі виникла ідея повернутися на килим в якості борця? Банальна ідея взагалі, тому що у мене багато возрастних груп дітей, часто і виїзди на соревнования. Якщо чесно, я, коли їжджу на соревнования, у мене збивається режим питання, режим тренувань. І після Будапешта, після всемирних ігор, куди ми їздили зі школьним, я приїхав домой, мені просто стало цікаво, який у мене вес, тому що мені показалось, що я слишком багато кушав там. Я встал на веси 89 кг, взялся за голову, у мене ніколи такого не було, я там закінчував боротися в 69. Ну і у нас якраз почались морські тренувальні на трасі здоров'я. І я почав там раз в неділю, два рази в неділю з дітками бігати, там турнічки робити. Все почалося з того, що ти зловив себе на тому, що в тебе зайва вага. Да, именно это. Закрив себе рот, ну, по поводу питання, збалансував його себе самостійно, вже як би чувствую свій організм. Скільки кілограмів? Я чув, що, по-перше, я бачу, що ти дуже схуд. Скільки кілограмів ти скинув? 11. 11 кілограмів. Да. Тобто зараз ти важиш 78. 78. Боровся в якій вазі? 78. Розкажи, як пішла боротьба? Яким було повернення? Я хочу сказати, що, ну, іменно на ковер почав виходити в сентябрі місяці. У нас зараз в залі ремонт на Михайловській. Ну і буквально там 3-4 рази в неділю виходив, толкався. Тяжело було, тому що крос і ОФП – це одно, а ковер – це зовсім інше, як би інша функціоналка. Хто спаринговався з тобою? Много очень моих воспитанников, и Дима Пенков, и Миша Исаков, Варданян Арсен, Руслан Магомедов. Ну, как бы, у меня очень серьезный спарринг, как бы, помогали мне все ребята, и слабослышащие, там, Гетманченко, как бы, помогал мне очень сильно. И хочу сказать, что, ну, тренировки тренировками, вроде выдерживаешь там в высоком темпе 6-8 минут с ребятами, которые выступают среди взрослых, а соревнования другое дело, там, по ветеранам боролся. Віктор, я знаю, що буквально там за тиждень до початку, до відльоту, ти травмував ребра, зламав ребра, і я, чесно кажучи, думав, що ти не будеш боротися. Саша, чесно сказати, ну, я дуже сильно готувався. Как бы у мене і утренняя була тренировка, і вечором я ходив, тренував дітей, потім сам тренувався. Мені просто-напросто, я настільки жив цим чемпіонатом світу, це для мене, ну, не знаю, там, многие скажут, там, что он там ветеран рассказывает. Но для меня это как бы было очень большое событие, которое заняло, ну, место в моем сердце, в моей жизни. И я просто для себя, ну, как бы подумал, что я не смогу как бы потом пережить того, что из-за ребер я понял, что я смогу потерпеть. Я просто 10 дней не выходил на ковер, бегал кросс, ну и так уже и поехал. Подумал, что буду терпеть, закусился и как бы боролся. Конечно, тяжело было. Скільки сутичок ти провів і яка була найскладнішою? У мене всі встречі були тяжелі. Мені навіть кажется, що фінальна була не такою тяжелою, як перша встреча. В першій сутичці з ким зустрівся? Боролся з азербайджанцем. Очень тяжело я з ним отборолся. Виграв 2-2 по качеству действия. Как бы. И причем я не мог его загнать. И в первом периоде стал в партер. И получилось так, что растянулся и накрыл его. Как бы вот за счет этого я выиграл. Во втором периоде меня опять поставили в партер. И как бы там уже дотерпел как бы эту встречу. Вторая встреча была полегче с казахом. Там выиграл 6-2, хотя казах набил меня хорошо там и вперед шел просто как танк. И как бы, ну, я его сумел просто подловить несколько раз, там 6-2 выиграл у него. Как бы это было полегче. А финальная встреча была с Димой Поповым с Молдовы. Ну, он был в прошлом году чемпионом мира. Он и по молодежи там в тройках постоянно был на мире, на Европе. Очень сильный, ну, как бы соперник. И на мой взгляд, мне просто-напросто в этой встрече конкретно мне не ребра помешали. Это, ну, это не отмазка, там, что ребра. Физически меня не хватило. То есть я веса сбросил много. И именно в финальной встрече дышал хорошо. Но просто как об стенку. Пытаюсь руки забивать, а
не хватило. Будем над этим работать. В партере, конечно, в первом периоде отстоял и как бы наболели во втором периоде. Он захват всунул мне прям под ребра. Уже терпел как мог, уже в глазах темнело. Отдал накат. Ну, как бы 4-0 проиграл. Ти здобув срібло чемпіонату світу серед ветеранів, але я тобі хочу дійсно привітати і сказати, що ти переміг. Переміг в першу чергу себе. І я знаю, що у багатьох людей є проблеми з зайвою вагою. Скажи, як з власного досвіду ефективно можна скинути 10 і більше кілограмів? Саш, ну, 10 кілограмів я збрасував не прямо перед соревнованнями, як роблять професіонали. Там, ну, я це робив довго. От як в іюні я почав приходити на зарядку, я збалансував сам себе питання. Я убрав хліб, я убрав там картошку з м'ясом, картошку практично убрав там. М'ясо кушаю, отварную, рибу отварную, много салата. Хліб взагалі виключив? Я хліб виключив. Много кушаю фруктів, тобто мед, орехи. Такое, я нормально чувствую себе, ну, каші їм, річки. Вікторе, кому б ти, ну, по-перше, від всіх вітаю тебе, борців, тренерів, друзів, рідних. І скажи, будь ласка, кому б ти хотів подякувати за свою перемогу? Очень много людей сделали для того, чтобы, ну, я там был, участвовал и добыл эту медаль. Это, конечно, наш президент Федерации Руслан Атарич Алманов. Он помогал мне как бы и морально, и связями, и финансово как бы помог. Кум мой Славик Лель как бы тоже помог, поучаствовал. Есть люди, которые помогали. Хочу сказать, ну, выразить огромную благодарность там, жене своей, Надежде, потому что ей нужно было это терпеть, потому что все-таки это отражалось на семье, как бы во времени. Маме своей хочу сказать большое спасибо. Мама у меня лучшая на свете, потому что она тоже мне помогает, и она всегда, ну, в меня верит. Верила и верит, как бы, независимо от любой ситуации, наверное, как каждая мать. Тетка моя теж мені допомогла, вона з Австрії, умничка. Вікторе, ти дуже знаєш, вихований, інтелігентний. Ти справжній учень Костянтина Костянтиновича Пульчо. Да, я хочу сказати, извините, знаєте, предисловие, я прошу, щоб именно конкретно это ви поставили, щоб люди посмотрели. Могу заплакать. Когда-то я после очередной тренировки, было мне лет 16-17, захожу в тренерскую. И как бы тренировка сложилась, как говорят борцы, ну, перло меня просто-напросто. Ну, как бы все получилось. И я был в таком приподнятом настроении. Еще и приехал с каких-то соревнований, выиграл. Ну, как бы, и на вот этой вот волне подъема захожу в тренерскую после тренировки к Константиновичу. Начали общаться. Я говорю Константиновичу: Константинович, просто сам, меня никто за язык не тянул. Я сказал: Константинович, я стану чемпионом мира. И как бы хочу сказать, что это человек, который очень много в меня вложил и морально. Ну, то, что борьба – это одно, а то, что он научил меня многим качествам человеческим – это другое. Когда я совершал какие-то глупые ошибки жизненные, он всегда был рядом, он подсказывал, как нужно, а как не нужно. Я ему безумно за это благодарен. За то, что он в свое время вот останавливал меня за руку и говорил: Витя, так нельзя делать. Были случаи, когда там я чуть без глаза не остался. У него дома был ремонт, а я месяц чем-то лечился в больнице и уже думал, все, прихожу, мне такой список написали, у меня аж ком в горле. Это 2001 год, а я должен был к нему после этого зайти. А ему стекла меняли, металлопластиковые. Он спросил, в чем дело. Я ему сказал, он такой ребятам говорит: ребята, на следующий месяц придете, достал с кармана, отдал. Я не хотел, но и как бы и назад не хотел брать. Поэтому я очень сожалею, что я, как многие ребята, там 19... Не став чемпионом цього разу, але... Не в этом дело, а в том, что я рано закончил бороться. Я начал там искать деньги, я начал, ну, там, семью себе искать, там, девушку. И как бы, а нужно было продолжать. И я хочу сказать, что я все-таки свое слово сдержу обязательно, я выиграю. Я подготовлюсь, я выиграю этот чемпионат, я приду к Константиновичу, к нему на могилу. И
докажу это, думаю, он сверху видит. А ребятам молодым я бы очень хотел бы посоветовать терпеть. Ребята, пожалуйста, не заканчивайте бороться. У вас все получится. Бывает иногда нам, вот мы до этого алмаза не добрались совсем пару сантиметров, развернулись и ушли, а он был вот здесь рядом. И не заканчивайте. У вас все будет. Девушки у вас будут, деньги у вас будут. Потому что если вы закончите раньше времени, вы захотите укусить свой локоть, у вас не получится. Поэтому тренируйтесь и как бы будьте сильными, терпите. У вас все будет. И я надеюсь, что эта медаль, но как бы я уже это вижу, моих учеников вдохновило. Все как бы сразу захотели больше тренироваться, хотят тоже стоять на пьедестале мировых, европейских. Віктор, але знаєш, перемога твоя в тому, що ти прилетів сьогодні в аеропорт і ти зразу приїхав сюди підтримати свого підопічного. Тобто це просто секундувати, і ти встиг. Доїхав сюди. Прям минута в минуту. Боялся опоздать, я и дорогу, в принципе, не сдал, так по навигатору летел, там, 300 километров с чем-то. Я тебя вітаю с перемогою. Справжній борець, людина духу, справжній чоловік Віктор Синявський. Віктор, перемога и удачи тебе. Спасибо, Саша.